Телетрейд представляет 10 способов победить стресс во время торговли. Клиентам Телетрейд, да и любым трейдерам хорошо известно, что торговле всегда сопутствует стресс. Сама ситуация заключения сделки, особенно когда в ней участвуют реальные деньги, порождает массу эмоций. И далеко не все из них положительные. Среди людей крайне редко встречаются те, что не боятся потерять своих кровных денег. Так устроена психология человека. Деньги не могут быть целью, они должны быть средством, и настоящий трейдинг не может иметь своей целью только лишь обогащение. Как говорил Рокфеллер, если вы хотите стать богатым, то вы никогда им не станете. Нельзя становиться рабом денег. Напротив, необходимо научиться властвовать ими. Но перед этим нужно научиться управлять собой. Если стресс, который вы переживаете, полностью обладает вами, то это выдает вас человека не свободного, не счастливого, не получающего удовольствия от выбранного вами дела. Трейдинг – вид деятельности для счастливых, благополучных, раскрепощенных людей, которые умеют справляться со своими эмоциями. К сожалению, большинство людей пренебрегают эмоциональной дисциплиной и бегут по граблям, из раза в раз совершая одни и те же ошибки, закапывая себя в негативные переживания, в непрерывный, разлагающий психику кошмар. Но вы выбрали для себя трейдинг и не намерены сдаваться, вы хотите научиться управлять собой. Что же можно предпринять, чтобы победить стресс во время торговли? Не живите ожиданием потерь. Устраняйте нервозное состояние в самом его начале. Жестко придерживайтесь правил управления капиталом. Не используйте в сделке весь объем средств на счете. Если нервозность сохраняется, закройте терминал и отдохните. Не пытайтесь решать проблемы с помощью алкоголя. Разберитесь, приносит ли вам трейдинг удовольствие или только одно мучение. Оцените ваш финансовый результат от торговли и сопоставьте его с вашими психологическими затратами. Попробуйте заниматься йогой для трейдеров. Если вы торгуете на Форекс, попробуйте переквалифицироваться в трейдера фондового рынка. Задача трейдера – финансовая свобода. Благодаря успешной торговле вы становитесь независимыми от работодателя, вы превращаетесь в свободного человека, который сам распоряжается своим временем и самостоятельно добивается той прибыли, которую хочет получить. Удовольствие от трейдинга состоит в том числе и в острых эмоциональных переживаниях. Именно стресс добавляет в торговлю тот самый адреналин, который многие ищут, например, в экстремальных видах спорта. Тогда стресс становится вашим другом в торговле, и вы уже не можете представить без него вашу жизнь. Умение отстраненно воспринимать причины стресса и сам стресс, как привычные условия труда, приходит с годами. Самое главное, торгуйте только тогда, когда вы получаете от этого удовольствие и чувствуете себя счастливым, что занимаетесь любимым и таким беспокойным делом. Международный бренд Телетрейд желает всем научиться управлять стрессом.